Все понятно. Музыку, пожалуйста, смотри, свидание. Поехали! Это нужно идти, да. Опа, 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 пошел, пошел! Друзья, с Григорием, купите билеты, тоже вы в
Нет. Итак, Тёма, дебют у тебя, поехали, поехали. Екатерина, вы дефилировать когда-нибудь? Нет, все, хорошо, Екатерина, сразу в бой, хорошо. Прекрасно, прекрасно. Ну точно, на этом наш конкурс не окончен. Во втором этапе ваша задача будет тоже дефилировать. Но для каждого из вас будет какая-то ситуация, которая могла бы произойти с любой моделью. А для вас, наша первая участница, дело в том, что вы только вышли на подиум и, увы, сломали каблук. И вам нужно продефилировать очень красиво, но хромая. Итак, первая участница, хромое дефиле. Поехали. Все бы так хромали, если честно, то было бы весело. Вот и полиция очень много веселых людей было бы. Спасибо, спасибо большое. Мы двигаемся дальше к следующей участнице. Ваша задача сейчас продефилировать зевая. Прошу, очень красиво зевая. Поехали. Ребята так сильно работают на наших членов жюри, а выбирать победителя будут зрители, если что, так что вы ни к кому обращайтесь. Итак, мы переходим к нашей супермодели Григорию. Григорий, скажите, если бы вы когда-нибудь встретили Наталью Водянову, это наша российская модель, очень знаменитая, что бы вы у нее спросили в первую очередь? Я даже не знаю. Такой бы вопрос был, да, уже такой, Наталья была бы в шоке, если честно. Итак, Григорий, прошу, ваша задача сейчас продефилировать сальто. Поехали. Ну, сальто. Да шучу, конечно, да. Тебе нужно просто продефилировать, как будто ты выпил чуть-чуть коньячка перед выбором. Поехали. Нужно продефилировать задом наперед. Очень красиво задом наперед. Поехали. Отличная походка, отлично, отлично. Девочки, где аплодисменты? Давайте, давайте, давайте. Как будто просто посмотрели зрительную съемку. Итак, наша финальная участница, пятая седательная участница. Ваша задача сейчас продефилировать боком, как крабы. Очень красиво. Прошу. Вот такой вот дефиле живот на мире, да. Спасибо большое. Друзья, я сейчас предлагаю вам выступить в роли жюри, определите самую крутую модель из этих пяти участников. Участница по номеру один. Участница по номеру два. Участник по номеру три. Участник по номеру четыре. И участница по номеру пять. Каждый из наших участников, конечно же, получает замечательные сертификаты от нашего торгово-развлекательного центра. Что же подарить моделям? Конечно же, сертификаты в Burger King. Конечно, я подарил вам сертификаты ваши. Ну и, если честно, то я выделил по аплодисментам двух лидеров в зал для мероприятий на четвертом этаже. Вам остается кубок. Аплодисменты, друзья. Ну и, конечно же, вам, пьяные модельки, вам тоже достается сертификат на зал для мероприятий. Прошу, аплодисменты нашим моделям! Дорогие друзья, уважаемые члены жюри, мы готовы продолжить дальше наш конкурс. Следующая участница под номером 26. Два высших образования и двое детей. Любит море, вкусную еду и красивую одежду. Мечтают съездить в Финляндию в Санта-Клаусы. Санта-Клаусы, друзья, давайте поаплодируем в первую очередь. Двоих детей просто держит на себя. Отлично. Мать Светлана, ваши аплодисменты, друзья. Костанные королевы входят в дом, снимают кафе. Где красив, смелости пределы, будьте королевы нелегки. Парит Божий, стирает, моет окна, успевает детям почитать,
поищу, а счет перечисляю. Можно приготовить завтрак? Можно приготовить завтрак? Дочери сегодня приготовлена. Следующая участница под номером 28. Увлечена народной хореографией и авиацией. Хочет стать бортпроводником первого класса, знать свободно английский язык, иметь счастливую семью. Кристина Рожко, встречай!